От выступлений американских политиков складывается впечатление, что США и Украина имеют очень тесные связи. Настолько тесные, что сотрудники американского посольства в Киеве могут даже петь на украинском. Вашингтон утверждает, что у США есть право вмешиваться в дела Украины. Что простые американцы думают об этом? Давайте узнаем. Как вы считаете, США должны вмешиваться в кризис на Украине? Нет, не должны. У них есть свое правительство, своя армия, и они сами должны разбираться. Нет, я считаю, что не нужно вмешиваться. Нет. Абсолютно нет. Я считаю, что вмешаться нужно экономическими способами. Вы можете показать Украину на карте? Наверное, нет. Вы можете показать Украину на карте? Да. Наверное, к северу от России? Горячо? Где-то здесь? Нет. Ого, тест. Где-то здесь. Можно, да? Конечно. Украина где-то здесь. Это территория России. Извините, значит, здесь. Это тоже Россия. А здесь? Россия. Так, погодите, вот, извините, где-то здесь. Это тоже Россия. Сдаюсь. Извините, здесь. Посмотрите, где границы? Здесь? К сожалению, нет. Вот тут? Нет. Ну, должен же я попасть. Подскажите мне, кошмар какой-то. А я, между прочим, работал в Госдепартаменте. Итак, из шести человек, к которым мы обратились, только один смог показать Украину. А по данным опроса общественного мнения, в котором приняли участие более 2000 человек по всей стране, оказалось, что 5 из 6 американцев не могут найти Украину на карте. Исследование также показало, что чем хуже опрашиваемые представляли, где находится Украина, тем активнее они высказывались за введение войск. А что насчет американских политиков? Знают ли они об Украине достаточно, чтобы вмешиваться в ее дела? Помните, как некоторые из них во время кризиса призывали вооружать украинцев? С нами Брайан Бейкер из антивоенной коалиции «Ансер». Что вы на это скажете, Брайан? Американский конгресс не очень компетентен. В нем много невежественных людей. То же самое можно сказать и об американских гражданах. Это происходит во многом из-за того, что их часто дезинформируют американские СМИ или вовсе не сообщают никакой информации о событиях в мире. Большинство обычных американцев не могут найти Украину на карте, и большая часть конгрессменов тоже не могут показать эту страну на карте. Они ничего не знают об истории Украины, даже о новейшей истории. Заявления Конгресса и Белого дома не отражают информированного общественного мнения. Правительство стремится продемонстрировать свою власть, испортить отношения с европейскими странами, конкретно с Россией, чтобы все было так, как хотят США. Они называют это в интересах Америки. Но что это за интересы? США стремятся присоединить Украину к целому ряду бывших советских республик и бывших стран-соратниц СССР в Восточной Европе, которые находятся сейчас под американским влиянием. И не нужно много знать, чтобы это понять. Марк Твен как-то сказал: «Бог создал войну, чтобы американцы выучили географию. Мы надеемся, что США никогда не начнут военные действия на Украине. Но чтобы у общества была обоснованная точка зрения, неплохо было бы знать что-то об этой стране». Гаена Чичакян, РТ, Вашингтон.